Невероятная сила воли, логика, умение наперед просчитывать шаги соперника. 12-летний воспитанник спортивного клуба «Мангуб» Белял Меметов из Крыма взял верх над сильным соперником и завоевал победу на первенстве по грэпплингу и грэпплингу ги в Москве. Соперник у меня был из Дагестана, он был очень сильный. Мне не хотелось подводить моего тренера, родителей. Я взял всю свою кулак и победил. Теперь я буду много тренироваться, стараться, чтобы получить на чемпионате мира тоже золотую медаль. В этом виде спорта, который по праву считается одним из самых зрелищных, Белял Меметов не так давно, но уже проявил себя очень достойно, занимая первые места в Крыму и за его пределами. Белял уже занимается у меня 2 года. За это время показал очень хороший результат, очень быстро вырос. Он становился победителем крымских турниров, первенства Крыма. Потом мы ездили в Дагестан, там себя хорошо показал. Потом мы ездили в Майкоп, там тоже первым стал. И вот сейчас он принес золото с Москвы. И теперь он отобрался на первенство мира в Казахстане, который будет проходить. И мы собираемся там достойно себя показать, набираем оборот только, идем вперед. Иншаллах, едем за победой. Волнение и гордость за своего сына испытали и его родители, которые в этот раз не смогли сопроводить Беляла на соревнования и болели за него из дома. За 2 года, как только наш сын Белял тренируется в клубе «Мангуб», он показал очень хорошие результаты. Ему данный вид спорта очень нравится, и у него достаточно хорошо получается. Знаете, находясь здесь, в Крыму, мы получили весь, а то, что наш Белял получил первое призовое место, получил золото, мы были очень восхищены им. И теперь, конечно же, мы будем всеми силами поддерживать его. Уже в октябре в столице Казахстана, Астане, пройдет чемпионат мира по грэпплингу, где Белял Меметов и еще 2 победительницы из Крыма представят полуостров.